Источник информации – сайт lplife.net. Рик Рубин берет интервью у Майка Шиноды. Такое вы не часто увидите. Рик Рубин берет интервью у Майка Шиноды. С момента своего основания в 1996 году Linkin Park продали более 100 миллионов пластинок по всему миру. Их огромный успех, смешивающий такие жанры, как хип-хоп, метал и поп-музыку, возглавил сверхталантливый основатель группы Майк Шинода. В этом эпизоде Рик Рубин рассказывает Майку об альбомах, которые он продюсировал вместе с Linkin Park и которые помогли пересмотреть звучание группы. Майк также вспоминает о ранней внутренней динамике развития группы, и Майк рассказывает о сообществе из 1000 подписчиков, которых он собрал на Twitch, которые смотрят, как он делает биты в прямом эфире 5 дней в неделю. Резюме. Майк объясняет Рику, что такое Шинода продюсмент на Twitch и о том, как работает этот процесс и что на самом деле посылают ему артисты. Рик и Майк говорят об альбоме A Thousand Suns. Рик, A Thousand Suns – моя любимая вещь, над которой мы работали вместе. Это было похоже на что-то новое и действительно хорошее. Если бы вы сделали АТС после Метеора, все бы сказали «нахуй этих парней». Сначала вы должны были сделать альбом Minutes to Midnight. Мечта состоит в том, чтобы сделать альбом, который получит либо одну, либо 5 звезд. Полярная музыка. И вот поэтому A Thousand Suns – это для вас, ребята. Я люблю это. Майк рассказывает историю о том, как он добавил No Brain в песню When They Come For Me, и как песня получилась из конкурса на The Catalyst. Они обсуждают первое знакомство Майка с музыкой. Первым альбомом, которым он стал одержим, был License to Ill группы Beastie Boys. Он попытался попросить дебютный альбом Cypress Hill на Рождество, но не получил его. Поэтому он спросил маму, и она ответила, что не купила, потому что названия песен были такими экстремальными. Pigs, свиньи, How I Could Just Kill a Man, как я мог просто убить человека, Hand on the Pump, рука на насосе, Hole in the Head, дыра в голове и прочие. Поэтому Майк нашел способ получить альбом уже на следующий день после этого разговора. Рик спрашивает Майка, как он стал музыкантом после этого периода времени. Хотел ли он делать биты, хотел ли он читать рэп и так далее. Майк объяснил, что его учили играть на пианино с раннего возраста, но он любил рэп. Он выиграл конкурс сочинителей песен, который проводил его учитель. Поэтому он сказал своему учителю, что хочет писать больше похожие на рэп песни, а так он хотел писать блюз и джаз в его классе. Майк рассказал, как он научился использовать оборудование при написании песен, и рассказал о своей маленькой группе North Coast Killers. Идея состояла в том, чтобы просто рассмешить его друзей. Обсуждение написания песен на ранних стадиях записи Linkin Park. Рик спросил Майка об альбоме Minutes to Midnight, писал ли он когда-нибудь песню только с инструментом, например, пианино и вокалом, поскольку группа обычно так не писала. Майк сказал, что на самом деле да, некоторые наши самые громкие песни, такие как In the End и Breaking the Habit, но обычно нет, мы вообще так не пишем. В группе было гораздо удобнее сначала писать инструментальные партии, затем вокал, но весь процесс написания песен изменился с появлением Рика и MTM. Майк научился сочинять песни, не имея полностью написанного инструментала, прежде чем писать вокал. Майк говорил о записи с Томом Морелло. Группа не получила много материала от записи с ним, но главным выводом для Майка был сбор информации от Тома о написании песен и о том, как он использовал оборудование. У них были замечательные разговоры о написании треков. Том подробно объяснил, как он использует оборудование, с которым он очень хорошо знаком, чтобы добиться нового звучания. Майк говорит о том, как он научился играть на гитаре. У него был друг, который научил его некоторым рифам Led Zeppelin, но Майк учился играть на гитаре только потому, что Linkin Park нуждались во втором гитаристе на сцене, а рифы для LP было нетрудно играть. Рик спрашивает Майка о становлении Linkin Park. Майк рассказывает о Марке и Зира, как у них было 4 настоящих песни на демо и прочее. Классная история о том, как Майк и Марк отправили кассету на Immortal Records, где работали Корн и Инкубус, и лейбл не мог поверить, что в группе всего 2 парня. Они были очень удивлены, что все барабаны не были живыми и так далее. Майк и Марк отключили усиление на инструментах, например, на гитаре и басу. Они сказали Майку, чтобы он как можно скорее собрал полную группу и играл концерты, устроился в студию и записался, а потом вернулся, чтобы поговорить с лейблом, потому что им понравились песни. Майк шутит, что парень теперь говорит, что Зира никогда не возвращались, чтобы продемонстрировать ему еще песни, но Майк говорит, да, мы действительно прислали им еще демо, но он просто больше не интересовался нами, мы бы убили, чтобы попасть на этот лейбл, потому что мы отправили им много демо. Он рассказывает о своих отношениях с Марком.
Они подружились 12 лет. Майк объясняет, что Марк ушел из Zero, потому что его мучила язва желудка, когда он играл вживую. У него были панические атаки, когда он играл перед людьми. Он не мог выйти на сцену перед людьми. Он бесился на оператора подзвучки каждый раз, когда они играли, и бесил парня, ответственного за звук. Он очень боялся играть вживую. Он понимал, что ему не пристало быть в группе. Он очень любит музыку, и именно это привело его к тому, что теперь он играет роль музыкального менеджера в System of a Down, Alice in Chains, Deftones и других. Майк рассказывает историю знакомства с Брэдом. Брэд был первым из нынешних членов группы, присоединившихся к Zero. Он был ближайшим соседом Марка, их окна были совсем рядом. Майк плохо знал Брэда в старших классах, потому что дети, любящие хип-хоп и метал, не общались. Но до этого Марк играл в одной группе с Брэдом. Марк делился металлом с Майком, Майк делился с ним хип-хопом. Он впервые подтверждает, что Марк был с Брэдом в группе The Pricks, до группы Relative Degree. Relative Degree существовали одновременно с Zero, потому что Марк и Майк писали на стороне, так как Марк уже был в группе с Брэдом. Остальная группа. Брэд учился в Калифорнийском университете с Дэйвом, Майк в арт-центре с Джо, Роб в соседней средней школе. А потом история о том, как Джефф и Скотт нашли Честера после того, как перепробовали множество других вокалистов. Было совершенно очевидно, что Честер подходит лучше всех. Направление звука стало ясно группе почти сразу же, как только они начали писать вместе. Майк рассказывает о процессе поиска демо-версии и видео для юбилейного издания Hybrid Theory 20. Он любит песню Shikuzunta, обсуждает оборудование, использованное при ее создании, и любит строчку You are not alone, которая оказалась идентичностью группы на ближайшие 5-6 лет. Идея была там с самого начала. Группа тогда не была большими друзьями, но они сходили с ума по музыке, потому что они любили все творческие аспекты музыки. Честер не сразу вписался в группу. Он водился с наркотиками, а Роб был стрейт-эйджером, так что они не знали, будет ли это проблемой для кого-то, но также и потому, что его персона сильно отличалась от характера группы. Они хотели сначала узнать его как личность, прежде чем посвятили себя ему. «Мы были действительно разными, но мы были действительно классными. Мы действительно нравимся друг другу. Думаю, у нас все в порядке». Рик говорит, что совместная работа аутсайдеров действительно создает что-то интенсивное в музыкальном плане. Группа была абсолютными противоположностями во многих отношениях и трениях, но очень хорошо работала вместе. Они черпали из самых разных областей. Брэд любил музыку Бритни Спирс, например. Они черпали из самых разных областей. Он сказал, что они должны экспериментировать со своими отношениями, как Брэд и Джо взаимодействуют вместе, а не как Брэд и Честер взаимодействуют вместе. Майк рассказывает о том, как группа научилась играть песни вживую. Рик говорит, что это была первая группа, с которой он когда-либо работал, где вся музыка была сделана виртуально, а не в традиционной обстановке группы, например, запись вместе в одной комнате. Так Рик сказал, что LP не придумывают конкретных частей и инструментов для людей, пока они не пойдут репетировать, чтобы выступить вживую. Майк подумал, что это полное безумие, что Том Морелло сказал ему, что Rage Against the Machine будет играть в комнате в течение нескольких часов вместе, а затем они соберут это все с продюсером, и Зак будет читать рэп поверх всего этого месяц спустя, и так выйдет альбом. Майк сказал, что его мышление хотело взять музыкальную часть и самому изменить, отредактировать, создать его миллионом различных способов, экспериментируя с этим, прежде чем принять решение о том, как она должна звучать. Когда LP играли песню вживую, фанаты хотели услышать альбомную версию. Если группа меняла версию того, как они ее играли, реакция толпы была хуже. В какой-то момент, когда каждый наслушался одну версию песни, группе и фанатам она уже достаточно понравилась, и они наслаждались, когда LP играли ее по-новому, поэтому LP добавляли новые бриджи и прочее к песням на концертах. Майк рассматривает Dropped Frames как своего рода релизы в стиле микстейп. У него было более 100 песен, и он хотел выпустить их в виде трилогии. Майк был обеспокоен тем, что, возможно, некоторые из этих инструментальных песен имели части, которые могли бы быть частями более серьезных песен, но когда он их выпустил, то успокоился. Ему нравится песня Оливии Родриго «Driver's License». Рик спрашивает о Hybrid Theory. Майк говорит, что на альбоме было 5 синглов, но Честер сказал бы, что на самом деле их было 6. Источник информации lplife.net. Перевел и озвучил Андрей Козловский.